Уважаемые граждане России, дорогие друзья, через несколько минут мы встретим новый 2016 год. Приближение этого чудесного мгновения между прошлым и будущим знакомо нам с детства. Мы ждем его с радостью, надеждой и волнением. Верим в самое лучшее и светлое. По традиции отмечаем этот праздник в кругу семьи, с самыми близкими друзьями. Конечно, не всем удается встретить Новый год с родными. Надо работать в больницах и на производствах, исполнять служебный и воинский долг, охранять границы, нести постоянные дежурства, обеспечивая нашу безопасность на суше, на море и в воздухе. Мы благодарны всем тем, кто днем и ночью, в будние дни и в праздники, всегда на посту. А сегодня особо хотел бы поздравить с праздником тех наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом, отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах, проявляя при этом волю, решительность, твердость характера. Впрочем, эти качества нужны нам везде, всегда и в любом деле. Успех всей страны зависит от эффективного труда и достижений каждого из нас. Нас объединяют одни цели – стремление приносить пользу Родине, ответственность за ее судьбу. В уходящем 2015 году мы отмечали 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Наша история, опыт отцов и дедов, их единство в трудные времена и сила духа являются для нас великим примером. Они помогали и будут помогать нам достойно отвечать на современные вызовы. Дорогие друзья, сейчас в новогоднюю ночь мы особенно остро чувствуем, как дороги нам наши близкие, как важно, чтобы все у них было хорошо, чтобы все они были здоровы, чтобы родители были согреты заботой и вниманием, и к ним возвращалось все доброе, чему они нас учили и учат. Пусть наши дети растут умными, деятельными, а любовь и отзывчивость, душевная щедрость и милосердие будут нашей опорой в каждодневных делах. До наступления Нового года остались считанные секунды. Давайте пожелаем друг другу успехов, радости и счастья. Поблагодарим друг друга за понимание и поддержку, за участие и чуткость. И обязательно произнесем тост за процветание и благополучие России. С праздником вас! С новым 2016 годом!